первый раз, первый класс. Так, дети, вы будете у меня сидеть на первой парте, как самая прилежная пара этого города. Открывай дверь, давай, дети пришли учиться. Так, школа номер 69, первый Г-класс. Выбирайте себе парту. Так, я хочу, чтобы они сидели посередине. Вот сюда. А я не поняла, а вторая-то лиса где? Ты что, с уроков хочешь сбежать? Лови ее давай! Так это Лизочка наша, вот это Елизавета вторая с уроков хочет сбежать и не хочет в школу заходить. Так ты ее присобачила к этому забору через поводок, через стенку. Отстеги ее, я ее заново словлю. Давай! Подожди, а Николай тут вообще с ума сходит. И посмотри, какие беспонтовые и невоспитанные дети. Не дети, Алисы, ну давай, она тут уснула. Сейчас уже Катя, отстегай ее от забора. Просто, так кажется, я потеряла всех лисиц. Обратно в школу! Убежал, Николай! Чё ты орёшь? Обратно в школу! Я знаю то, что дети учиться не хотят, но не настолько же! В смысле, он через окно убежал? Конечно, окна открыты, Николай! А я тебе говорил в предыдущей серии железные прутья туда поставить, чтобы дети с уроков не убегали. Ты сказала, не надо, это слишком жестоко. Чё ты сейчас скажешь на вот это? Вот прям сейчас ставь эти прутья, чтобы они не сбегали. Ты посмотри на них. Так, Елизавета и Николай, будете сидеть за одной партой. Вот ты смотри, под столом что-то там делает. Ладно, все, иди вот сюда. И вот так. Все, Лизочка, Николай, они будут за первой партой тогда сидеть. Прям ботаны такие наши классные будут. Ну, дикие, конечно. Так, пошли за следующими. Давай, и за железными прутьями тоже. И ты стекло сломала, стекло тоже засобачить надо. Давай. Знаменательный день. Чебурак и баба Чебурака. Они в школу сегодня не пойдут, они уже старые, им уже на пенсию скоро выходить. Нет, их ребенок, Лимончик, сегодня отправляется... Какой там у нас класс? Первый Г? Первый Г. Лимончик отправляется в первый Г-класс. Давай, пошли, Лимончик, за мной сюда. Так, кто у нас дальше там на очереди в школу должен сейчас отправляться? Ну, раз Лимончик идет, тогда и Булочка с корицей со своим муженьком вот этим должна пойти. Так, собирайте свои манатки. Я уже иду за вами. А вот это, а Батончик, Иван и Милка, они же тоже старперши, да? Они уже в школу тоже ходить не будут, получается, так? Ну не, им не вариант. Так, как правильно-то взять поводок, чтобы вот сейчас всех кошек-то не спугнуть? Так, во-первых, мы их поднимаем. Вовочка с корицей. Ты этого черненького поднимай. Давай кекс шоколадный подымай. А так он реально мой, я же его приручал. Все, поводки берем, поводки бери свою и пошли. Давай, Лимончик, ты тоже за мной. Давай, тащи их. А Лимончик не сожрет их? Да что сожрет? Давай, пошли. Слушай, а вот этот, как его там зовут этот? Петька Самосвал. Его же Самосвал зовут, этот сын Михуила и Елены, вот это медведи. Его же тоже забрать тогда надо. Ты чё, он нам там всех лис сожрет? Он пусть на домашнем обучении сидит, не-не. А-а-а, точно, медведи же лис вроде жрут, я всегда это видел. Ну ладно, тогда пускай он там будет. Слушай, эту, Антонио, коричневая панда, его будем звать Спедро? Мне кажется, они там всю школу разгромят и не поместятся. Не, пусть тоже сидят дома. А чё ты пучишь на меня? Собирай рюкзак, давай, учиться пойдем. Не надо так смотреть на меня. Ага, давай. Ты чё, Чики-Бамбо не хочешь в класс затащить? Она обязана отучиться в школе, видишь, она розовая. Она, у нее призвание в школе учиться, так, забирай ее тоже. То есть все розовые вынуждены в школе учиться? Это чё за дискриминация розового цвета? Да у нас других овец даже нет. Ну ладно, да, надо будет потом завести еще какую-то овечку. Чё она тут одна сидит, скучает? Все, давайте сюда, за мной, давай. И заваливаемся все вместе. Катчики, бомбони, в дверь не пролазит, сломай дверь. Подожди, я тут с Булочкой с корицей разбираюсь, подожди. Чё ж ты жирная такая? Все, давай, заходи, поводок. Вот, сама зашла, молодец. Закрываем, чтобы вы не вышли. Так, все, надо вас куда-то рассадить. Только вот куда в этом-то проблема? Так, Чики-Бамбони. Чё? Ты посмотри, она сидит за партой лис. Она не хочет отсюда уходить. Я ее тяну. А она вот там сидит и все. Ты подружилась, значит, с этим, с Николаем? Елизавета, вот, Елизавета ушла от Николая. Больше она с ним не встречается. Так, Чики-Бамбони, ты будешь здесь за последней партой сидеть? Так, после этого, Лимончик, ты у нас будешь тоже вот здесь. Не, Лимончик на первую партию. Нет, там уже Булочка с корицей сидит. Я ее посадила, вот ее поводок. Она просто там тусит на второй партии. Ладно, Лимончик, тогда ты будешь здесь. Ты смотри, Лимончик с этим шоколадным кексом. Они вот эти фраера уже, друзьяшки будут на последней партии сидеть. Что-то вообще получается не так, как я хотела. Ну ладно, уже пусть сидят, где хотят. А вот сейчас
детишки, чтобы вы больше с уроков не... А, куда, куда, батончики, вот этот шоколадный кекс, куда? Сейчас, чтобы вы с уроков больше не сваливали, я вас здесь вот это закрою так. А Катя говорила, не надо железные прутья, не надо железные прутья, надо! Ну вот он, и явился, не запылился, да? Ну и чё это мы опаздываем, я не поняла. Ты хочешь штраф этот школьный? И кол в журнал, или чё ты хочешь? Екатерина Дмитриевна, ну проспал Герман, ну проспал. Ну я его будил только что утром. Так, всё, сюда его, вот так, всё! Вот сейчас точно весь зверинец, весь зоопарк, весь класс Екатерина Дмитриевна в сборе. К сожалению, мы не нашли преподавателя, не нашли учителя, поэтому ваши уроки буду вести я. Так, открываем это. Книжки. А, какой открываем книжки? Иди раздай детям книги, там вот у нас в шкафу лежат. Книги давай, раздавай. У нас русский язык сегодня. Книги? В каком шкафу книги? Ты про книги, мне ничего не говорила, здесь никаких книг нет. Так, подожди, как ты школу мог построить без книг? А, ну ты здесь как нет... ты такое виден? Ну так мы с тобой договаривались школу построить, а не какие книги. Здесь нет книг. Дети, посмотрите, вот посмотрите на него. Он вам книг не подготовил даже. Как вы сейчас будете учиться? Ну так иди сходи домой, ну, принеси книги. Иду скрафчу тогда книги, раскудахталась. Ну так заранее в следующий раз предупреждай, то, что там книги нужны будут. Школу построй, книги скрафти, еще чё? Ну, тоже мне отец детей в школу собирает без книг. Так, книги, книги, книги. А где у нас книги-то вообще должны быть, если бы я знал? У нас даже нет отдельного какого-то вот этого сундука для книг. Ну тут разве что. Ну тут только зачарованные книги. Чё они здесь вообще вот это фантома мембрана делает? Нет книг. Кать, у нас нет книг здесь! Хотя, скрафтить же можно. Тростника же у нас дофига должно быть. Одна штука. Ага. А здесь у нас одна бумага. Ага. То есть кожа у нас дофига, но тростника у нас нифига. Так, пойду Кате скажу. Значится, жиши пишется с буквой И. Запоминаем, записываем, обязательно в тетрадке. Пока книги ждем, мы с вами чем-нибудь таким лайтовеньким позанимаемся. Так, Филипп. А где Филипп? Кстати, почему в классе нет Филиппа? Прогулял, наверное, сегодня, не проснулся. Ладно, без разницы. У нас нет книг. Вот один тростник и одна бумага. Я тебе с чего книги сейчас крафтить-то буду? Дети, вы это слышите? Смотрите, один тростник, одна бумага. Вот как хотите, так и учитесь теперь. Потому что все, нет книг у нас в школе. Мы разорились, банкроты мы теперь книжные. Чё ты так сразу это все воспринимаешь? Ну нет книг, ну значит пойдем тогда сделаем. Мне, кстати... А мне, кстати, подписчики давно предлагали одну идею, которую мы с тобой еще до сих пор не реализовали. Ну рассказывай, что за идея-то такая? Бесконечная ферма тростника. То есть мы сейчас пойдем, сделаем эту ферму, у нас будет дофигища тростника, и в следующей серии мы тут книг 100 каждому раздадим. Вот у каждого будет куча книг, а? Так это что получается? Это мы сейчас нам урок отменять их домой обратно везти всех? Да что домой-то? Да нет, ну, школьный час или как это называют? Пускай они сами здесь на самостоятельном обучении. Мы потом вернемся, всем книги раздадим, и ты продолжишь свой урок. Слушай, ну это как вариант, как вариант. Ну все тогда, развлекайтесь. Все, училка ушла. Не шумите только. Ага, да, не шумите. Сейчас с класса выйдем, они здесь все нафиг вверх ногами перевернут, как это обычно бывает. Ладно, все, пошли. Так, тогда бесконечная ферма тростника. Запоминай, нам нужно энергетические рельсы, обычные рельсы, каменные кирпичи, нам нужны редстоун, нам нужны редстоун блоки, нам нужны наблюдатели, поршни, еще редстоун нам нужен, потом 5 тростника нам нужно, потом надо деревянные дупы, деревянное дерево притащить, просто можно обычное деревянное дерево, и что самое главное, очень много стекла. И вот примерно после этого у нас будет готова ферма. А еще воронки, обязательно воронки, несколько сундуков. Давай быстро. А что там на 5-м месте было, я забыла. Наблюдатели. Наблюдатели, а где же они находятся-то? В тортиках? Нет, не в тортиках. Подожди, а первое что было? А второе? А третье? А четвертое? А пятое? Сейчас, подожди, так наблюдатели. Вот здесь нет редстоун. Ты, походу, вообще не разбираешься в нашем складе, да? Где здесь все находится? Ну почему? Вот наблюдатели и рельсы нашла. Ну давай тогда забирай наблюдатели, рельсы забирай, энергетические рельсы вот эти забирай. Нам нужно редстоун блок я заберу, поршни заберу. Так, раздатчик нам не нужен, вагонетка нам одна нужна, и редстоун факел нам вроде не нужен, еще водичка нам нужна с ведром. Все, вагонетку нашла.
Ну бери вагонетку! И дерево нам тоже пригодится, обычное дубовое и стекло, как я сказал. Ну вроде все взяли или что-то забыли. Воронки нам нужны. А как воронки крафтятся? Воронки там надо вот так вот их в форме воронки поставить в крафт. А, воронка в форме воронки, хорошо. Ну, может здесь тогда? Ну, недалеко от школы вот это получается. Вот как раз таки, что здесь будет находиться ферма, книги делаются, сразу вот это доставляются транспортной компанией в школу. Чё скажешь? Это отличная идея. Слушай, место такое хорошенькое, расчищенное уже. Она же небольшая будет. Ну, да, не гигантская, конечно, но не 2×2 блока. Вот, поэтому это тогда убираем отсюда. Вот, и здесь тогда начинаем ее строить. Все верно? Ну все, да, начинай. 4 блока вот так вот в высоту. Потом 5 блоков вот сверху нужно травушки-муравушки. И здесь сразу же 4 блоками закрываем. То есть ферма у нас будет находиться вот здесь, вот сверху. Поняла? Так, все, она почти готова. Куда там вагонетку ставить и наблюдатели? Вот такая вот пока что не очень понятная конструкция. Но здесь заменяем вот эти 2 блока на... И ставим туда наблюдатели. Не наблюдатели, убери! Не надо туда наблюдатели, подожди. Ставим туда редстоун блок с одной стороны и редстоун блок с другой стороны. Не спеши, не надо никуда спешить, подними вот эти наблюдатели. Так, а вагонетку куда? Сейчас я все тебе объясню, погоди, пожалуйста, что ты так торопишься-то непонятно вот куда? А, у тебя урок там, наверное, поэтому куда ты торопишься, да? Так, сейчас. Вагонетку поставим. Не надо никуда вагонетку ставить. Так, подожди, сюда. О, вот так, воронку вот сюда, и потом еще одну воронку. Вот так, запоминай. И потом сюда снизу надо еще поставить один сундук, но сундук я забыл взять, поэтому сгоняй сраку за сундуком прямо сейчас. Ой, да что ж такое, у меня там дети одни без присмотра. А вот уже сейчас твою любимую вагонетку мы поместим вот сюда на воронке. Тогда ее сломаю, поставлю вот сюда, и она начнет кататься. Все очень просто. Наша ферма почти уже готова. Осталось сверху добавить тростник, поршни и вот твои любимые наблюдатели. Но это надо туда забраться. Я катаюсь! А что-то меня бьет так это, сердечки минус. Так ты сейчас скокнешься, у тебя башка в блоках застряла, вылези оттуда! Ой-ой-ой-ой, что-то это вот страшно. О, ой, какой тут оказался. Кстати, хороший лифт. О, я сразу... Вот какая ты умница! Так, сейчас это заполняем водишкой. Вот здесь у нас водишка должна быть. Вот так. Ставим наверх блоки. И вот сюда уже надо поставить поршни. Сейчас. Вот сюда. И сверху ставь уже наблюдатели давай. Наконец-то. Не так, ты криво их ставишь же. Сзади наперед ставь. Сейчас сломаю, подожди. Кирку в руку возьми, меч убери. Топор. Кирку. Да все, это где моя кирка? Вот она сейчас. Так, держи стекло, иди расставляй на вот эти все блоки 4 уровня в высоту. Все поняла? Если не поняла, спрашивай. Так. Вот так? Да, вот так все расставляй. А я здесь все это подсоединю редстоном вот здесь лишнее. Все, в принципе, вся ферма уже более-менее готова. Да, я тебе помогу. Вот так осталось это все застроить стеклом. А, ну все, упало! Все, упало! Вот оттуда больше не выберешься, будешь ты там расти. Бесконечная ферма Кати получается, ага. Это нечестно, выпустите меня, пожалуйста, отсюда. Так, это всего лишь пять одолжу, я потом верну, чуть позже верну в двоекратном размере. Ферма книг начнет работать, и я все верну. Так, опа, Чебурак, а ты что там потерялся, а? Ну, у нас почти уже все готово. Осталось засадить Кате тростник вот туда, где она сейчас находится. Так, ну раз ты уже там находишься, на, держи, сажай весь тростник на вот эти все блоки земли, давай. Просто ты, может быть, ты меня выпустишь уже отсюда, а? Сейчас я тебе покажу, как это все работает. Мы изначально забыли, вот в эту вагонетку мы еще поместили воронку. То есть это вагонетка с воронкой. Смотри, как это все работает. Когда тростник будет дорастать до уровня вот этого наблюдателя, он будет активировать поршень, который будет скидывать весь тростник на землю. После этого вагонетка отправляет воронки, воронки отправляют сундук, и в сундуке у нас будет накапливаться тростник автоматически. Мы даже ничего не будем делать. Вот, у тебя есть еще один тростник? У меня нет уже больше даже кислорода. Чем мне здесь дышать?
Знаешь что? Я тебя в школу устрою этим учителем по бесконечным фермам. Будешь вот детей учить строить вот эту вот всю фигню. Короче, смотри, что ты сделаешь. Сломай один тростник, который в стороне находится. Вот сломай, под тобой который. Сломай. Вот так? Вот так. Сейчас встань вот чуть правее, там, где уже два тростника выросло. Вот встань. Вот, вот чуть-чуть. Вот сюда, да. Вот, вот, вот так. Возьми тростник. Куда? Я не успел даже еще ничего сказать. Ну ты видела, как это все разработало? Ты видела? Я вообще ничего не понимаю. Думаю, это крипер сейчас взорвался где-то. Ну вот, доросло до уровня наблюдателя. Наблюдатели сработали и выкинули нам сюда. Ну, один сахарный тростник, но еще, наверное, два Катя подняла. Ну вот, завтра мы сюда вернемся, и уже половина сундука в тростнике просто будет. Все работает, Катя. Выбирайся давай оттуда нафиг. Наконец-то. Ура! Свобода, я к детям. А стекло кто засраивать будет, а? А вот не надо было меня туда ронять. Так, Лимончик, подвинься. А, тут уже Герман сидит. Тогда вот возле Чики-Бомбони буду сидеть. Все, вот так. А я не поняла. А что это мы опаздываем на урок? Между прочим, он уже к концу подходит. Можно было и не приходить уже, в принципе. Я смотрел, как там книги работают. Этот собирается, не собирается в следующей серии, дети. Каждому раздадим по 20 книг. Вы главный рюкзак в портфель не забудьте притащить, чтобы потом книги домой утащить. Ага, все. Да, ну и нафига они сегодня перлись в эту школу? Ну первые дни школьные, они же все такие, нормально даже не учатся. Ну давай тогда их отпустим, пускай идут домой, в следующей серии нормальный им урок проведем уже с книгами. А, ну кстати, да, я в первом классе на первом уроке вообще козла рисовала. Все, дети, манатки собирайте, по домам, давай, отцепляем их вот этих, отцепляем от заборов. Все, и выпускаем нафиг, вот так, школа закончилась. Уматывайтесь к чертовой бабушке отсюда. Давайте. А, ты что, закрой дверь, они сейчас это убегут все. Надо их аккуратненько нормально взять и отвезти домой. Ну тогда ты бери и нормально, аккуратненько отводи домой. Я сегодня уже натрудился. Ферму построил? Вот все, и до свидания. Ой, пипец, никакой помощи. Все самой, все самой.